Открываем мой кошелек и видим здесь 6844 рубля, которые я заработал ровно за неделю. Если хотите так же, то смотрите ролик дальше. Привет всем, с вами Мастерингу. Сегодня я вас научу зарабатывать очень приличные деньги, используя всего лишь ваш телефон. Эта схема заработка начнет приносить деньги только в том случае, если делать все последовательно. Поэтому строго повторяйте все за мной. И еще в конце ролика я для вас подготовил офигенный бонус. Применив этот простой бонус, вы сможете зарабатывать в 5 раз больше. Итак, ребят, предлагаю начинать. Первый пункт этой схемы, конечно же, как всегда, поставить лайк под этот ролик и стартуем. Первым делом, ребят, хочу предупредить, что эта схема работает как на Android-устройствах, так и на айфонах. Поэтому, если у вас Android, то заходим в Play Market, а если у вас iPhone, как в моем случае, то заходим в App Store. И здесь в поиске пишем CryptoTab. Набираем именно так, как у меня, жмем поиск, и вылазит вот такой оранжевый браузер. На Android-устройствах он называется точно так же, и жмем «Загрузить». У меня уже браузер загружен, поэтому я нажимаю просто «Открыть», и у меня открывается этот браузер. Дальше вам необходимо будет авторизоваться через «Контакт», вашу почту или Facebook. После этого откроется точно такой же браузер, который будет вам просто платить за то, что вы им пользуетесь. И, соответственно, чем больше вы будете пользоваться этим браузером, тем больше вы будете зарабатывать. При запуске этого браузера включается майнинг криптовалюты биткоина, и вам каждую секунду на ваш баланс здесь капает денежка. Также, как видите, здесь есть вот такой вот ползунок скорости. Соответственно, если выставить скорость на максимум, вот так, допустим, да, прям на самый максимум выкрутить, то ваш доход ускоряется, то есть ваш майнинг ускоряется. А чтобы начать пользоваться этим браузером, просто нажимаем здесь, допустим, там, новая вкладка, и выбираем, что вам здесь угодно. Например, тот же YouTube. И просто вот так вот серфим YouTube, смотрим, как обычно, можем посидеть ВКонтакте, все работает довольно быстро, ну и, собственно, удобно. А чтобы вернуться в меню браузера, у вас будет вот такая вот оранжевенькая здесь штучка, поэтому просто нажимаем ее и снова возвращаемся в ваш личный кабинет, где можем видеть вашу скорость, баланс, рефералов и так далее. Таким образом, можно зарабатывать на полном пассиве. Вы можете просто запустить браузер, допустим, положить вообще ваш телефон, и телефон сам будет за вас делать деньги. Но я, ребят, уверен, что далеко не все из вас круглые сутки вот так сидят и лазят в телефоне. Поэтому я сейчас расскажу вам о способе, при помощи которого вы сможете заработать с помощью этого браузера еще больше. Здесь, друзья, есть офигенская реферальная программа, где за каждого приглашенного платят целых $2, то есть 130 рублей по нынешнему курсу. Это просто офигеть как круто, и плюс ко всему, потом еще платят процент от его дальнейшего заработка. Ваша реферальная ссылочка, вот она находится вот, в самом низу, если просто пролистать. Вы просто нажимаете копировать, все, она у вас скопирована. И начинаете приглашать друзей, знакомых или просто левых людей с интернета, и за каждого получаете по 100, ребят, 30 рублей к себе на баланс. И потом, чем больше вы этих людей пригласите, тем больше они будут сами зарабатывать с помощью этого браузера, и тем больше вам будет капать еще более халявных денег, то есть процент от их заработка. Но вы спросите, где же распространить эту ссылку? Все просто, копируете ее, заходите в тот же контакт и начинаете писать в личку, изначально своим друзьям, пишите, мол, нашел хороший браузер, он вообще платит за то, что вы просто пользуетесь им, он очень комфортный, быстрый, безопасный. Затем начинаете писать во всякие беседы, где вы есть, вашим одноклассникам, однокурсникам и так далее. И так у вас набьется первая база. А теперь давайте расскажу, сколько мы будем зарабатывать данным методом. Допустим, вы пригласили 50 человек. Это очень маленькое количество, и каждый из вас с этим справится. Допустим, 50 человек приглашено, и за каждого нам дали по 130 рублей, ребят. Умножаем на 130, и мы уже получаем 6500 рублей. Плюс ко всему, каждый из них начал майнить, и пускай приносит нам, по 10 рублей в день. Итого это будет еще плюс 500 рублей в день, потому что их 50 человек, поэтому прибавляем плюс 500, и получается уже 7000 рублей. И как вы понимаете, ребят, 50 человек можно легко пригласить за неделю. И вот так за неделю вы сможете зарабатывать по 7000 рублей без вложений и на пассиве. Давайте умножим это на 4, то есть на 4 недели. Это 28 тысяч рублей в месяц, ребят, с помощью вот этой вот маленькой коробочки вашего телефона без вложений. Вот такая схема, ребят. Ну а теперь, друзья, бонус, о котором я вам обещал, который увеличит ваш доход в 5 раз. Я знаю еще один очень крутой браузер, который можно установить как на ваш компьютер, так и на телефон, и он тоже будет приносить деньги. Информацию об этом браузере я упаковал в виде статьи со всеми ссылочками в нашем телеграм-канале.
канале. И предупреждаю, что этот браузер платит на пассиве, в рублях и выводит на Киви. Чтобы найти эту статью, заходим в мой телеграм-канал по ссылке в описании, обязательно подписываемся и находим статью с названием «Зарабатываем с помощью нового браузера на вашем телефоне». Заходим в статью и работаем. Ролик подошел к концу. Вот такая вот простая, но очень прибыльная и самое главное, приносящая деньги на пассиве схема получилась в этом ролике. Если вам схема понравилась, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться ссылкой на этот ролик со своим другом, а также подписаться на канал и кликнуть на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропускать уведомления о свежевышедших роликах и начать зарабатывать как можно больше. С вами был Мастерингу, ребят. Скоро увидимся. Всем удачи. Пока.